Всем привет! Вы на канале Коллекция монет. И сегодня очередное письмо с монетами. И произведем. Ой. Произведем небольшую распаковку. Посмотрим, какие монеты пришли. Что сегодня интересного. Так. Две монеты в письме. Сейчас попробуем их добыть. Скотч тут намотано хорошо очень. Проблематично отковырять их. Так, что делать-то? Ладно, сделаем более радикально. Порежем все. Так, одну добыли монету. И вторую тоже. Уже добыли. Упакована даже каждая монета в два пакетика. Так, первая монета. Десять милим 1980 года, Египет. Продовольственная программа ФАО. Хорошая монета. Так, ну и вторая монета — это Индия. Большая монета. Номинал 10 рупий 1977 года. Тоже монета ФАО. Добиваем потихоньку Индию, юбилейку. Монета отличная. Конечно, холдер для этой монеты маловат. Немножко. Она сместилась здесь в холдере. Я, наверное, из холдера ее уберу. Посмотрим сейчас. Вот такие две монеты. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. До новых встреч. Всем новинок в вашей коллекции. Пока.